Ух ты! И снова я, Александр Криволап, печенек. Ребята, продолжается прогулка по печенегам. Улица Харьковская от номера 146. И поехали в сторону печенежского водохранилища. Доезжаем до Бакая. И едем в сторону. Я снимаю, ребята, по ходу движения правую сторону. Правую сторону, сторону улицы Харьковской. На обратном пути я буду снимать тоже правую сторону. Улицу Харьковской. Доезжаем до моста на Бакае. В левую сторону пошло к реке. Это мост. Мост. И пошел к реке. Здесь магазин на Бакае. Продукты. Но почему-то закрыт. Улица Харьковская, 162. Едем далее. Улица Харьковская, 166. Еду на велосипеде. И снимаю видео на свой смартфон Samsung Galaxy A30. Мне его подарили буквально недавно. Так как за свою пенсию я его не куплю. Едем по улице Харьковской в сторону печенежского водохранилища. Улица Харьковская, 190, прошу прощения. На улице ветер. Посмотрим, как будет. Слышен будет разговор или не слышно. Все оно покажет. Харьковская, 210. Дорога здесь отличная, ребят. Ее только в этом году отремонтировали. Улица Харьковская, 220. Уже немножко осталось до печенежского водохранилища. Немножко, еще чуть-чуть, и мы будем на месте.
Вот доезжаем мы до Печенежского водохранилища. Сейчас поднимемся на горку и будем на месте. Красиво, да? Красота. Красота. У нас красивая природа. Да, ребятка? Поднимаемся на горку. Выезжаем до нашего Печенежского водохранилища. Красота. Красота. Печенежский гидроузел. Вот мы, ребята, доехали до Печенежского водохранилища. Сейчас, ребятки, подъедем. Ребята, наше Печенежское водохранилище. Красота, да? Печенежское водохранилище. Гордость печенеги. Ну ладно, ребят, я когда-нибудь приеду на водохранилище и сниму ролик. Там рыбаки сидят. Ну что, поехали назад. Поселок Печенеги. Вот водохранилище. Едем назад. И снимаю я. Я буду снимать правую сторону. Буду снимать правую сторону Печени. Улица Харьковской. По ходу движения, короче, так сказать. Будем снимать по ходу движения. Снимаем по ходу движения. Печенеги. Наши печенеги, ребятки. Ай. Ребята, на краю печенег 90-е годы было кафе «Лелека». Здесь, в этом кафе, наверное, собиралось Печенежский, Чугуевский. Да, из Харькова приезжали в это кафе. Сейчас, как видите, валится. Хозяев, наверное, нет. Скоро завалится. Кафе «Лелека». Возле кафе «Лелека» находится школа. Я не знаю, смотрите, какой бурьян. И покосить некому.
Эта школа была построена в 1959 году. Здесь когда-то учились детки. Сейчас уже давно не учатся. Ну, двигаемся по улице Харьковской в сторону Печенежского центра. Улица Харьковская, 235. Улица Харьковская, 231. И двигаемся. Харьковская, 229. Снимаю я по ходу движения улицу Харьковскую. Красивые цветочки возле двора Харьковская, 219. Чистота и порядок. Здесь тоже более-менее. Харьковская, 213. Тоже хорошо, красиво. Едем в сторону Печенеги. Зарастала как. Кусты деревья. Харьковская, 203. Порядок возле двора. Тоже порядок возле двора. 195, Харьковская. Красиво возле двора. Порядок. Чистота и порядок. Доезжаем до моста на Бакае. Бакай. Вот. Двигаемся далее. Это. Здесь мой дядька живет. Мой дядька живет. Здравствуйте. Здрасте. Люди выживают как могут. Вот приходится торговать излишками, чтобы выжить в это время. Ведь не у каждого есть работа. Не каждый сможет выехать в Харьков или еще куда-нибудь на работу. Харьковская, 171. Дорога хорошая. Абрикос. Абрикоски. Харьковская, 157.
Наверное, никто не живет. Бардак возле двора. Хайковская 153. Тоже травы полно. На улице никто не косит. Едем дальше. Кран МАЗ. Скоро такие краны будут только на картинках. Тоже. Смотри, какой бурьян, ребят. Бурьян. Харьковская 143. Что, нельзя покосить? 141. Харьковская тоже. Бурьян. Возле двора. Сейчас мы доедем до остановки. И я закончу снимать это видео. Красивые березы. Люблю березы. Я очень люблю березовую рощу. Ну вот, ребята, мы доехали до автостанции поселка Печенеги. Ну что, ребята, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, Печенеги. Пока-пока, ребята.